Друзья, послушайте новую музыкальную композицию «Экспромт» на стихи замечательного поэта Якова Баста «За окном сентябрит». Музыка исполнения Самуила Фрумовича в виде из интернета из цикла «Ожившая поэзия». За окном сентябрит, на ступени желтого цвета мутный заводил луж, отражается крыши домов, и уходят мгновенья недолгого лета в равнодушную высь, заплывущий гонвой облаков. Скоро ждать годов и щемящий груз листопада, журавлиный стаи потянутся в небе на юг. И опавшим я старошкольного сада молчим укором негласный свидетель разлук. Это время раздумий, сезон подведения итога, вечерами печальный без спроса приходят порой. Очень надо мне вам рассказать подробно о многом, но и хочется долго тревожусь той болтовнёй. Очень надо мне вам рассказать и поведать о многом, но не хочется долго тревожить пустой болтовнёй. За окном серебрит, ветер в стылых поливах доносит, поклялся в последний привет поминальных костров. Перекрёсток дорог на звон на восемь, и сменяются краски мелькающих полутонов. За окном сентябрит, ветер стылых поливах доносит, и отбился последний привет поминальных костров. Перекрёстки дорог нас уводят из ровно на восемь, и сменяются краски мелькающих полутонов. Спасибо за внимание. С вами был Самуил Фрумович. Музыкальная композиция «Экспромт» «За окном сентябрит». Стихи Якова Баста. Видео из интернета.